Чемпионат Министерства внутренних дел Республики Беларусь по мини-футболу – соревнование традиционное. Здесь собираются правоохранители, которые успевают не только профессионально справляться со своими непосредственными обязанностями, но и тренироваться, заниматься спортом на довольно высоком уровне. Соревнование у нас круглогодичное, идет спартакиада Министерства внутренних дел. Мини-футбол входит как один из видов этой спартакиады. Чемпионат по мини-футболу проходит каждый год. Здесь собрались все области республики, наши департаменты, Министерство внутренних дел, учреждения высшего образования, внутренние войска, департамент исполнения наказаний. 12 команд представляют все органы внутренних дел республики. Уже первые игры показали, борьба за награды будет действительно напряженной. Каждый пас, передача – это целая комбинация, отработанная под руководством грамотных наставников-тренеров. Не меньше эмоциональный накал и на трибунах. Футболисты привезли с собой группу поддержки. Болеют за спортсменов и на местах, что особенно сказывается на духе команд. Атмосфера, которая находится в самой команде, зависит от того, как это воспринимают руководство на местах, на местном уровне. Почему? Потому что, когда приезжаешь на чемпионат, и ты знаешь, что тебя поддерживает твое руководство непосредственно на местах, верит в тебя и гордится тем, что представитель именно этого РОВД, да, является членом сборной, конечно, и играть тогда увереннее становится, и чувствуешь себя спокойнее на площадке. Лучшие игроки чемпионата войдут в состав национальной команды, которая представит Беларусь на международном турнире по мини-футболу среди полицейских и пожарных в Голландии. Не раз наши милиционеры-спортсмены становились лидерами этого первенства. И в этом году отступать они точно не намерены. Анастасия Ноздрин, Платиска, Андрей Щербо, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг ТВ».